Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! Наш новый день в Кировске, и наша программа начинается. Анита! О, привет-привет всем! Ёлочка, как всегда, и мы все садимся в наш автобус и едем дальше. Burada yaklaşık 2 saat gündüz oluyor. O 2 saatlik gündüzü değerlendiriyoruz. Первая наша остановка это горнолыжный курорт Большой Будьявр. Кататься мы не будем, насколько я знаю, но приехали сюда на экскурсию. Evet, Kiros'ta ikinci günümüz. Kiros Be Good bir kayak merkezindeyiz şimdi. Evet. Zirveye çıkacağız ama kayamayacağız. Kayak malzemelerimiz yanımızda yok. Evet. Evet. Zaten kaymayı da pek düşünmüyoruz. Мы с ним не едем? Eight person. Yes, yes, yes. I don't care. Kim, what do you think about the ski resort? Amazing. And no tree. I can all mountain. I can ski. Yeah. Never limit. And you said that Korean people would love it. Yeah, love that. Love it. They will love this area. Very like her. Ким из Южной Кореи, он обожает кататься на лыжах. Сегодня, пока мы все спали в 6 утра, он уже здесь катался. И вот такая вот здесь потрясающая трасса. Merhabalar Alanya. Şu anda Kiosk Big Wood Sky merkezinde. Center. Telestaj mıydı bunlar? Telestaj. Telestajdayız. Zirveye doğru çıkıyoruz. Ben ki yıllarca İstanbul'da yaşayıp Bursa'da Uludağ'a gidemeyen ben şu anda kuzey sınırında, kuzey kutbunda kayak merkezindeyim. Herkese teşekkür ediyorum. Evet, bizim grup şu an işte şuradayız. Yani neredeyiz bilmiyorum da. Enteresan bir yerdeyiz. Oh, çok soğuk. Gel yavrum, ben buradayım. Hadi in. Durmayacak, atlayın. Так, вся наша группа выгружается. Hello. Benim özüm Türk. Benim dede gelmiş Orta Asya. Evet. Ben şimdi yaşıyor Anadolu. Evet. Adım Ayhan. Ayhan demek ay var ay. Ay. Onun sultanı demek. Ben sultanım. Посмотрите, сколько здесь снега. Мы приехали на самую вершину. Высота самая высокая. Это один из, ну, как ребята сказали, самый высокий горнолыжный курорт России. И высота составляет более 1000 метров. Как же я хочу покататься на сноуборде, друзья! Но сейчас не получится, поэтому, возможно, по возвращению в Турцию покатаюсь. Я не думала о том, что... Вообще, мне даже мысль не пришла, что можно будет здесь покататься, как ни странно, потому что мы... У нас такой экскурсионный тур. Так, Ким у нас сейчас поедет вниз.
А мы пойдем пешком, да? Нет, мы спустимся. И здесь также очень классная канатная дорога. Не просто сиденья, а вот такие вот закрытые кабинки. Поэтому очень-очень здорово. А панорама какая открывается. Посмотрите, красота. Атавеки. И ангела, сделай ангела. Ангела, сделай. Ногами. Это вот. Плохо. А теперь главное встать, чтобы этого ангела не разрушить. Нет, ну весьма такой узнаваемый. О, там be careful. Beer и кюч. Ангел. Вы аяклала? Snowman. Супер. Я не буду. Да, с флагом. Пожалуйста. Пожалуйста, помашите еще. Супер, Angel. Здесь очень много разных спусков разной сложности. И еще одна канатная дорога, которая ведет с той стороны сюда. И также, как вы видите, освещенные трассы. В общем, катайся не хочу. Потрясающе. Я надеюсь, что я завтра тоже прокачусь. Мне обещали. Настя, уже не лезь туда. Тоже пойдешь на снегоступ? Конечно. Вы не хотите? Неужели вы не хотите идти на снегоступах на голову? Ну, я там что-то не делаю. Сейчас мы на снегоходе едем на банане. А сколько у вас человек? Вот так вот садимся. И очень много собак здесь. Вы смотрите, надо подсчитать, что кто поедет. 8 человек. Çok güzeller ya. Нет, у него машины. My friend, Masha. There is banana. Собака. Олом, иди сюда. Иди. А что? Молли, умаду, что там, Эли? Так, сидеть. Это твои? Эти пушки. Ничего себе. Оля. Kar gördükleri yerde saldırıyorlar karın içine. Çok mutlulukları görünüyor.
Evet. Şu an kar. Nasıl? İyi, çok güzel. Hayatınıza görebileceğin en mutlu köpekler bunlar ya. Gidiyorum bir tanesiyle. İstasyon mu kullanıyor? Yok. Vallahi o kullanıyor. Похоже, Алания и север России. А тем, что в Алании, мы катаемся на бананах в море, а здесь мы катаемся на банане по снегу. Вот такое вот необычное сходство. Хорошо. Банан, хорошо. Мы едем на банане по снежному морю. Вот такая вот красота здесь открывается. Казалось бы, что может быть интересного, когда вокруг просто снег? А на самом деле это невероятные и очень классные приключения. Так же, как и для тех, кто приезжает в Аланию и наслаждается Средиземным морем. Саша! Здесь есть сафари с собаками. Можно прокатиться в упряжке с хаски. Ну а в Алании, естественно, это джип-сафари в горах. И как вы видите, везде есть своя прелесть. И, конечно же, везде есть сходство. Почему находятся в упряжке друг с другом и наслаждаются снегом. Сначала у нас перевернулся банан, а теперь перевернулся снегоход. Идет операция по спасению снегохода. Все, снегоход спасли. Вот такая вот упряжка. Можно ехать лежа, а можно ехать вот так вот, стоя.
А тормоз где? Не сказали? Блин, убил его. Шнурок. This is a bright example of socialistic architecture and urban style. Cultural and science center of the region is our town too, because we have a cola branch of Russian Academy of Sciences. И это в том числе, да, из Кировской и Мурманской области. И, соответственно, у представителей Турции есть несколько к вам вопросов касательно визы, да, и... Туристическое отрасль Мурманской области включает ли какой-то ваш центральный... ...о туристической индустрии в Мурманской регионе. При развитии туризма в Мурманской области мы используем классный подход. После... Очень интересной и большой презентации мы отправляемся смотреть очередное чудо Кировска. В общем, снега все так же много, а нам все так же интересно. В общем, друзья, компания Хибины Фую. Не забывайте, смотрите по ссылке в описании контакты и приезжайте на Кольский полуостров. Если вы хотите много снега и настоящую новогоднюю атмосферу, это самое лучшее место, которое может быть. Через волшебный заснеженный лес мы приехали в огни Имандры, в самскую деревню. Но сначала у нас ужин, точнее обед, а потом в 6 часов начнется программа самской деревни. Но здесь настоящий снежный лес. Сначала у нас обед вот такой вот классной избушки. Здесь есть камин и даже печка. Суп. Суп с... Сигу-суп. Сиг-суп. Суп с рыбой сиг, сигом. Akşam yemeği geleneksel Samilerin yediği geleneksel bir şey. Sigurt balığıymış. Çorba, balık çorbası. Ve bu bir şerbet var. Tabii ki ekmek. Evet, yemeğin tadına ilk Berker bakıyor. Kovay olarak kullanıyor onu. Ölürse ben yemeyeceğim. Reis nasıl? Vallahi güzel, balık çorbası. Beğendin mi sen? Güzel, adı da enteresan. O yüzden ifade etmeyeceğim. Ama güzel, tadı çok güzel. На второе у нас мясо оленя и рис. Айхан и Беркер пробуют. Ну, практически первый раз в жизни. Айхан, гейк эти носу. Вкусно, очень вкусно. Кузудан ve данадан biraz farklı. Eti biraz sert. Sert gibi. Daha lifli ama çok güzel. Çorbadan sonra ana yemeğimiz geldi. Pilav eşliğinde et. Ama bu etin bir özelliği var. Söyle bakayım Berker, nedir? Bu geyik eti. Geyik eti. Lezzetli mi? Lezzetli. Evet. Arkadaşlar, geyik etiymiş. Çok iyi pişmiş. Güzel pişmiş. Ben de beğendim. Tadına baktım az önce. Şimdi yemeye devam edeceğim.
Bana afiyet olsun. Aslında çok sevmem ama bunlar yöresel olduğu için özellikle gösteriyorum. Artık dünyada çok az kalan Samilerin köyündeyiz. Sami ırkı. Ve şimdi orada biraz tur atacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet. Ve işte Sami köyü burada. Şimdi göstereceğim size. Belki biraz sonra oraya gireceğiz zaten. Ama şu an kapalı mı sanki orası? Şurada bir delik gördüm. Evet. İşte burada hala yaşıyorum insanlar. Ve yöresel bir yemeklere akşam yemeğimizi, daha doğrusu öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü henüz saat burada 4:30. Yani öğleden sonra 4:30 bu arada arkadaşlar. Yanlış duymadınız.